Эд, присядь. У меня хорошие новости. Для тебя есть корабль, называется Орвиль. Я с самого детства мечтал служить на исследовательском корабле. Не скажу, что ты подходишь для такой работы, но нам нужно укомплектовать штат 3000 кораблей. Можно я конфетку? Это камешки. Мы даем тебе последний шанс. Я в диком восторге, что стал вашим капитаном. Ваша задача — слаженно трудиться. А моя — сделать так, чтобы служба была вам в радость. Лейтенант-командер Бортос, весь ваш вид мужчины, верно? Так точно, сэр. Значит, никаких споров о поднятой крышке унитаза? Баклинды мучатся всего раз в год. Правда? И я вот по 2-3 раза за ночь бегаю. Это прискорбно. Да уж. Познакомимся с местными. Привет, я капитан Эд Мерсер. Ядрёна вошь! Мы не причиним вреда вашей семье. Мы застрелили его отца. Помимо убийства отца, мы не причиним вреда вашей семье. Капитан, пришло сообщение от адмирала Холзи. Он пишет, что вам назначили старшего помощника. Нет. Нет. Черт, старик, ты цел? Да все пучком, а ты? Все нормально, прости. Да не вопрос. Кажется, капитан недоволен прибытием помощника. Они были женаты. Да иди ты. Я пыталась с тобой говорить, но ты меня не слушал. Да, тонкий сарказм. Я предложила пойти к психологу. Он был твоим свояком. Чувство, рейс будет веселым. Возможно, нам не стоит это обсуждать. О, нет, мы будем это обсуждать. В этом весь прикол. Вы доставите припасы на научную станцию на Эпсилоне-2. Нам нужна ваша защита. От чего? Открыли. Мы нашли способ существенно изменять скорость событий. Значит, это антибанановый луч? Очень интересно. Нам больше не надо бояться бананов. На все фрукты действует. А на салаты? Его ведь можно использовать как оружие. Вот зачем вы нам нужны. Орвиль капитану Нерсону. На орбиту зашел крильский эсминец. Дверь заела. Алана, можешь вскрыть эту консервную банку? Я ее расшатал. Ответный огонь. Отдайте мне устройство, иначе я уничтожу ваш корабль. Простите, а вы не могли бы сместиться на 2 шага вправо? Там просто много пустого места, а я... Отлично, извините, меня напрягало кадрирование. Что? Это что? Пиво, что ли? Да, я нервничаю. Новый корабль. Нужно произвести впечатление. Сейчас только 9 утра. Простите.